Всем привет! Это тест видеокамеры Sony Xperia ZTEL. Full HD. Стабилизация видео отключена. Включен HDR режим. По сути, этот HDR режим должен позволять нам снимать против солнца с контровым светом и при этом не сильно затемнять картинку. Посмотрим, как он с этим делом справится. Стоит также отметить, что это старинная башня Дона, расположена в центре Калининграда. Вот как раз солнышко и дерево. То есть я снимаю, по сути, против солнца. И при этом, как вы видите, дерево остается зеленым, то есть оно не стало черным. Значит, режим HDR все-таки не просто название, он работает. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.